До 71 килограмма, соответственно. Representing Romania, Эдуард Келариу. Эдуард Келариу первый в этой самой паре. Ну, сейчас будет румынское противостояние. Живет в Константе. Наш румынский друг по прозвищу Маленький Тайсон, 97-го года рождения, то есть 19 лет. 7 боев, 6 побед, 2 победы досрочные, 1 поражение. Чемпион Румынии по K1, Понтика Константа. Именно этот зал он представляет. Асафтей Даниэл его тренирует. Начинал, к слову сказать, с борьбы довольно такой. Ну, кстати, вот, да, по антропометрии, по ростовым данным, понятно, что какой-то бэкграунд был борцовский такой, коренастенький. 3 года назад пришел в именно данную спортивную дисциплину. Считает себя быстрым, хорошо бьет апперкоты. Любит Майка Тайсона и Майка Замбидиса, соответственно. Что данный бой для вас? Ну, для меня это не рематч. Это скорее еще один бой, еще одна победа. Ну, самоуверенность, 19 лет, дело, конечно, хорошее, но не торопимся ли мы. Ничем не занимается, помимо дисциплины. Ну, тогда любопытно, чем же содержится, поскольку об этом информации нет. Что касается хобби, это футбол. Андрей Леустиан, еще один представитель команды Румынии. Ну, понятно, да, здесь 90-го года рождения, опытный, 25-летний. 13 боев, 10 побед, 5 побед досрочных, 3 поражения. Чемпион мира версии WAK K1 Amateur в Вильнюсе, это Литва. Чемпион Европы по муай-тай, на Кипре дело было. И бронзовая медаль чемпионата мира по тайскому боксу в Таиланде, Бангкоке. Понятно, что здесь совершенно обалденное с точки зрения достижения уже свершение. Представляет клуб «Скорпион Ясы» Румыния, прошу прощения. 73,2 килограмм. Михаил Константинов ведет кикбоксинг. 5 лет назад начал тренироваться. Уповает на свою скорость и технику. Левый боковой, как коронный удар. Любимых бойцов нет. И работает персональным тренером. Что, Келларио? Вот он, 19-летний боец. Просим любить и жаловать. Половина побед нокаутом. Хорошо. Леустиан. Келларио Леустиан. Давайте посмотрим, что здесь получится. Какая жарища. Ну, я себе могу представить, очень жарко в зале. Посмотрите, во-первых, даже по камере видно, что немножко цвет изменился. Во-вторых, народ сидит обмахивается там пластиковыми тарелочками. Обратите внимание, явно не холодно. Отличит любимой московской погоды целых. Ну, сегодня, да, сегодня было, правда, теплей. Вот, давеча было, по-моему, не то 7, не то 6 уже. Ну, хорошая такая осень. Ох. Ну, наверное, да. Даже если попал бы. То удар был чем, прошу прощения. Да. Хорошо показал руками, поверил на секундочку. Келларио то, что будет продолжать атаку с рук, сам ударил ногой. Хорошо, одиночный лоу туда сразу на рванувшегося вперед соперника боковой. Неплохая, кстати, задумка, неплохая мысль сама по себе. И на скачки обратно
Отдает сейчас Эдуард. Двойку с боковыми. Очень, да, очень жестко бьет. Очень сильно. Силы прямо не экономит, расходует, подключает прямо и корпус, и плечи, все на свете. Стрела такая больше по защите, а колено, ну, чуть не довел до печени. Андрей, так было бы, могло получиться любопытно. Хорошая тройка, раз-два, показал, повел плечо вверх, сам ударил крючок такой снизу. Хорошая комбинация, главное, что она завершилась в итоге ударом. Ну что? Хорошо. Да, вот они, игровики, вот так они и выглядят. Он вот дергает постоянно, постоянно меняет манеру, где-то под себя закачивает, руку опускает. Ну, да. Я, говорит, тоже так умею. В себе хорошо уверен. Очень хорошо Эдуард в себе уверен. Что так себя вести, это, знаете, дорого стоит. Ну, очень много, знаете, такого, таких наскоков, я бы сказал, в исполнении. Эдуарда все-таки ничуть не хватает расчетливости такой. Гонг, первый раунд закончился. Уверен Андрей в том, что раунд ему удался. Но удался больше, наверное, чем сопернику, потому что не было такой сверхразмашистости в движениях. И он сил много не потратил здесь на раунде. Подергал, поработал, подышал немножечко. Нормально. Ну, хорошо по передней ноге. И провалил атаку. Вот ровно это попадание Лоу не позволило нормально подойти на шагах. Здесь провалил по бедру. Здесь попытка уши раскрутить в печень не получилась. Ну и вот здесь такая корявая, я бы сказал, защита в исполнении Килари. Но она ему, в принципе, принесла сейчас успех, потому что соперник ему толком, в общем, и не попал. И Богдан там с ним в углу рядышком. В углу двое, да. Есть такое правило. Значит, что можно забрать весь клуб сидеть. Что ноги так подставляет? Да, да. Хорошая комбинация, но почему же так руки-то отлетают? Попытка бэкфиста ударить. Никуда в исполнении Эдуарда. Ну, сейчас вот все хорошо, но это то, против чего в свое время еще меня сенсей предостерегал. Ну, не долбись ты в защиту. Зачем ты лупишь? У него там руки стоят. Что ты в них бьешь? Нормально. Он тебя вытягивает, он тебя провоцирует. И ты на эти провокации ведешь. Он, казалось бы, стоит, перекрывается. У него корпус открыт, ноги открыты. Конечно, есть огромный недостаток, к сожалению. Эдуард, он ногами не пользуется, ну, внятно не пользуется практически вообще. То есть вот, ну, попытки какие-то у Широ пробить были, но глобально он очень много, во-первых, по передней получает ноги, очень много. Очень много, причем зрячих ударов и одних и тех же. То есть с дальней правой. Опять поставил в угол. Ох, колено в прыжке, вот опасная штука. Сколько мы таких нокаутов видели, наверное, дорогие друзья, нам с вами уже и не пересчитать. Затолкал буквально за канаты.
Килари своего оппонента. Но при этом сам перестал работать. Стал просто отходить сейчас назад, причем даже без контратак. Оверхенд правый не попал, левый сбоку там спасается в клинче. Элариуму самому надо атаковать, конечно. Когда работает вторым номером, у него существенно хуже получается. Прихват в хорошем тайском стиле сейчас. Андрей ударил здорово, с заносом колена снаружи, практически из-за спины. Единственное, что не хватает чуть-чуть, может быть, фантазии. Далее, Леустян его тактически очень здорово уже раздергал. Мол, вылезай из угла, уважаемый. Ох. Не подходи без ударов. Попытка оттянуться, ударить коленом. Нет, не успеет. 10 секунд до конца раунда. И этот раунд уверенно забирает уже Андрей. Сейчас ему еще добавить одну комбинацию. Будет вообще нарядно. Есть. Попал коленом жестко. Стрела там. Ух ты! Под концовку два удара колена. Бам! Еще туда с гонгом. Да. Уверенно, красиво. Спасла поднятая голове левая рука. В район виска и челюсти заходила великолепно. Зрячий удар противника успел нагнуть, сработать ногами, сработать корпусом. И это тот самый вариант, когда гонг, что называется, спас. Ну, здорово. Попади комбинация в прыжке, кстати, могло все закончиться плохо, потому что болтануло. Даже по защите болтануло сейчас на Килари. Так что... Ну что, тем интереснее, потому что в третьем раунде не исключаю досрочного завершения данного противостояния. Вот здесь посмотреть. Ну эх, да, ждали бы досмотреть-то. Ну хороший ж повтор-то, уважаемый режиссер. Что ж вы так? А что, нам не понравилось? А, из угла всех разгоняют. Поехали. Третий раунд. Ну что? Начинается все с того же Лоу с дальней. Капа выпала. Здорово провалил. Здорово сейчас Килари провалил. Эту атаку надо было развивать, видимо, выносливость. Хорошо в печень. Хорошо еще туда же с передней руки. Агрессивнее. Ударил, отошел. Хорошо пошел на размен. Прекрасно понимаешь, что если он сейчас будет отставиться. Есть мидл по печени, то здорово. Закручивай. Мидл по печени в прыжке. И обратите внимание, немножечко подсел уже. Другое дело, что бензин, ну вот сейчас минута, он где-то должен закончиться. Но тем не менее, сам понимает, не стоять, двигаться, обшагивать. Эдуарда сейчас не должно быть хорошо, кстати. Вот опять хорошо левый по печени. Всю комбинацию провалил. Один удар единственный мазанный получил по себе в итоге. И ничего страшного. Дышать, работать. Ну, в третьем раунде пока, по крайней мере. Эдуард смотрится поинтереснее, получше, чем во втором. Хороший, жесткий крюк до хлопка прям. В печень. Ну, а сейчас уже спасается, уже вяжет. Понимаешь, ему оставаться на дистанции нельзя. Два удара схватились.
Ну вот, переставит. Сейчас Андрей просто переставит чуть-чуть. Он подходит практически без удара, без комбинации. Он доходит, надо бить, а сопернику остается шаг, чтобы эту дистанцию уже сократить настолько, чтобы атака не получилась. С ударами, конечно. Ну, грузается двойками. Ну, на ногу. Ага, кувырок еще. Третий раунд не такой получился, как виделся, по крайней мере, у Андрея Люстяна. Гонг, уважаемые. Завелись. Ну, вот знаете, Эдуард показал характер такой мужской. Не стал отстаиваться. Не стал включать, что называется, заднюю. И он мне в третьем раунде это больше понравился. Даже чем Андрей. При всем уважении. То есть, я сказал бы скорее, что Леустян выиграл по результатам трех раундов. Но в третьем мне больше понравился аккурат Келлари. Характер, есть мужской характер, есть такой, знаете, стальной стержень, который позволяет именно работать на фоне, когда уже, казалось бы, там и ноги отбиты, и попали по тебе много. И во втором раунде в концовке едва не убрали. Ну, а третий вышел и отработал, причем отработал как надо. Egalitate. Dar pentru că la cântarul oficial Chelariu a avut 500 de grame în plus. Nu ca. Andrei Leuștean. Câștigă. Ну, в общем, логично. Andrei Leuștean. Ladies and gentlemen, the winner